Добрый вечер, с вами Зонг. Мы продолжаем нашу серию прохождения игры с огнем. Вы видите перед собой приказ по клану, краткий смысл которого заключается в том, что всем надо сидеть тихо, не высовываться и изображать на лице cool face. Так, досье, дневник, ничего нового, почта. Рон нам продолжает слать свои высокосодержательные письма. Особенно делясь своими познаваниями языка жестов среди прекрасной половины человечества. Очень прекрасные намеки. Нам льстит. Да нельзя. Поехали. Ненавижу большую политику. Как же все это скучно, напыщено. Тьфу. Не волнуйтесь, ребята, для вас большая политика уже закончилась. Приказано немедленно вылететь на верфь. Сейчас вы нужны там. Нужно все подготовить. Понимаете, о чем речь? Будем мочить. Обязательно, если потребуется. Пока же ваша задача — тихо покинуть планету и в кратчайшие сроки достигнуть верфи. Летим вдвоем? Да. У верфи встретитесь с лейтенантом Прикером и получите дальнейшие инструкции. А мы тут немного задержимся. Есть кое-какие дела. Прикер. Мэтт, ты не в детском саду. Если командование потребует, будешь почитать этого Прикера больше, чем родного батю. Так, еще одна вещь. Поскольку все окрестности Аванты сейчас буквально кишат пронырливыми конфедератскими патрулями, добираться придется с удвоенной осторожностью и дополнительным количеством обманных прыжков. Ворота у планеты отправят вас на промежуточный пункт. Затем вы немного пролетите своим ходом и встретитесь с дежурящей там группой. Вот так. Вопросы есть? Вопросов нет. Разойтись. Я помню эту миссию. Очередной рояль в кустах. Мы, кстати, летим на Брэдеке. Давно хотел на нем полетать. Вроде выглядит корыто как корыто, но, блин, летает. Хрен догонишь. Так, что тут за пушки? А, эти подойдут. Вроде бы всего два оружейных порта. Я смотрю, у него энерговооруженность такая, не кислая. Если память мне не изменяет, нужно лететь в направлении крабовидной туманности. 10 градусов восточнее по матрице Шипилова. Грей же ясно сказал, западнее. Нет, он сказал восточнее. Да западнее он сказал, 10 градусов. Черт, не путай меня, Рон. Устанавливаю на вточку, летим. Фига себе, они умные слова знают. Матрица Шипилова. Кстати, вот он как выглядит Брэдек со всех углов. И еще, не знаю, то ли кабина в нем какая-то особенная, шумоизоляция, то ли еще чего, но ты не за его штурвалом не ощущаешь попадания по кораблю. То есть, ну, по обычных истребителях там. Тебя там как-то трясет, звуки какие-то. А тут вообще пофигу, просто щит уменьшается и корпус краснеет.
Что ну, сначала запутал меня, потом нукает. Не знаю я, где они. Отлучились, наверное, или им вообще про нас не сообщили. Начальство сейчас в горячке. Я смотрю, ты прямо Сусанин какой-то космический. Это точно. Потерялись в безвоздушном пространстве, пустынной системе, на миллионы километров, никого вокруг. Но вон робко выглядывает очередной рояль. Опа, попутчики! Узнаем у них, не пролетела ли где-нибудь поблизости группа подозрительных торговцев с гиперворотами. Да брось, мы же профессионалы. И это секретная операция. А про метод сел и спросил. Ты в первый раз слышишь, летчик-самолетчик? Ну давай, давай, умник. Обычно мужчины не любят спрашивать направление. За это их жены всегда пилят. Слава богу, а мы уж думали, вы заблудились. Надо же было этому дуболому Яноку назначить нам сдачу смены в такой глуши. Сами еле добрались. Значит, докладываем ситуацию. Местность чиста, пиратов нет. В Багдаде все спокойно. В общем, вот. Теперь ваша очередь отдуваться. Да мы тут, знаете ли, почти не местные. Идиот! Это не голос Фила. Что значит не местные? Вы кто такие вообще? Мы, это, ученые с Вальгалы. Изучаем тут все. Врет. Врешь, собака. А ну быстро покажи свою морду в телеокне. Да не получилось. Атакуем, Мэтт. Я не в него целился. А, чувствуете? Не трясет. То есть звуки попадания есть, но не трясет. Даже какая-то дезориентация от этого происходит. Ну ладно, я заблудился, пускай. А из-за тебя мы чуть не погибли. Ну извини, что ли? Уф. Ладно, летим. Западнее надо было, говоришь? Добро. Сейчас вот потратим все горючее, посмотрю, что ты скажешь. Ускорю-ка я время. Вон и ворота. Хватит пикать, раздражает. Почему так задержались?
Да потому что... Наткнулись на конфедератский патруль. Еле ноги унесли. Неспокойно тут у вас. Да, есть такое дело. Ну, на самом деле, мы тоже только прилетели. Давайте быстрее наверх. Вас ждет лейтенант Прикер. Ах, да. Лейтенант Прикер. Не смеем его задерживать. А то вонять будет. Прыгать не надо. Жаль, люблю это дело. А звено Грейскейла в своем амплуа. Опоздание на 30 минут. Попахивает строгим выговором. Да, опоздали. Зашли вот в бар, посидели, поговорили. Мэтт, ты чего? А я уже успел привыкнуть. У нас таких дурных пилотов. Завались, только и воспитывай их. Ладно, обойдемся пока без выговоров. Есть срочное задание. Что за срочное задание, узнаете в следующей серии.